абсолютно очевидному литературному таланту, его удивительной мистике, которая окружала его биографию в связи вот с работы в нелегальной разведке. И поэтому, конечно, он был не для всех приятен, прямо скажем. Иосиф Григулевич умер в июне 88-го, буквально через месяц после своего 75-летия. Остались его книги, это самое главное. Остались его труды, осталась его переписка огромная с учеными всех стран мира практически. То это все осталось, это, мне кажется, важнее, чем какие-то вещи. Я хочу напомнить. Знаете, еще древние говорили, книга – это память, это бессмертие или условие бессмертия. В 2005-м в издательстве «Молодая гвардия», где постоянно печатался Григулевич, вышла очередная книга из серии «Жизнь замечательных людей». На этот раз о нем самом. Там есть подзаголовок авторский у книги, разведчик, которым везло. Но совершенно очевидно, что везение создается. Создается умом, этой удивительной энергетикой, великолепным знанием людей. В разведке достаточно много героев, но Григулевич относится к штучным людям. Вот таких, как он, были единицы. В биографии великого разведчика-нелегала по-прежнему много пока еще не написанных страниц. Невероятных фактов, которые нам предстоит когда-нибудь узнать. В начале 80-х годов молодому сотруднику первого управления КГБ поручили взять у Григулевича интервью для служебного журнала. Маститый разведчик рассказывал о непростых перипетиях своей жизни. Иногда для разрядки шутил, вспоминал забавные истории, связанные с его заграничными миссиями. Завершая беседу, интервьюер задал последний вопрос. Что движет разведчиком в его рискованной, часто неблагодарной работе? Легкий на слово Григулевич вдруг замолчал. Подошел к распахнутой балконной двери и, глядя на весеннее московское небо, сказал: «Разведчиком движут иллюзии, мой друг. Прежде всего, иллюзии». А еще иногда он задумывался и говорил: да, были когда-то времена. Вот вызывал товарищ Сталин и говорил: в такой-то стране, в таком-то сейфе находится такой-то документ. Надо достать. И ведь доставали. Да, были времена. Мы были романтиками.